Привет, друзья! Для того, чтобы избавиться от мошек на кухне, нам понадобятся вот эти три предмета. Это растворимый кофе, лавровый лист и фольга. Берем, отрезаем немного фольги. Вот такой примерно. Вот такой кусок фольги. Затем берем ложку, две кофе, таким образом насыпаем. На фольгу. Затем нам понадобится лавровый лист. Нарезаем его такими кусочками. Так, вот такая получается смесь лавровый лист и кофе. Смешиваем все. Так, смешали. Теперь заворачиваем вот так вот пакетиком. Таким вот образом делаем вот такой пакетик и прокалываем зубочисткой один слой, чтобы воздух проходил и запах этого всего. Все, и вот эту штуку ложим. Ну, там, где у нас завелись мошки. Это либо возле мусорного ведра, либо возле цветов, либо где-то на кухне. И после этого все мошки исчезают. Все, друзья, пользуйтесь и ставьте лайки.